В Америке Хэллоуин все больше превращается из детского праздника во взрослый. Люди тратят сотни долларов на то, чтобы принарядиться в соответствующий случаю костюм. Действительно, в последнее время Хэллоуин – праздник для взрослых. Я слышала, что многие частные магазинчики, работающие в этой отрасли, избавляются от своих детских отделов, потому что те не приносят дохода. Они специализируются на костюмах для взрослых. Предполагается, что предстоящий Хэллоуин будут праздновать 75 миллионов человек, и всем нужно выбрать для себя наряд. Сейчас популярны костюмы Малефисенты из одноименного фильма и принцессы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». В этом году Малефисента очень популярна как у взрослых, так и у детей. Эльзу из «Холодного сердца» также выбирают и взрослые, и дети. Мы даже получали заказы на защитные костюмы от Эболы. Некоторые покупатели выбирают более традиционные наряды. Например, фотограф Марк Лакин остановился на костюме пирата. Но прежде чем забрать его, старательно все примеряет. Если вы намерены это сделать, то должны делать правильно. Хэллоуин начали активно праздновать в 19 веке в США и Канаде. Затем праздник распространился и в другие страны. Однако своему появлению он обязан традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. За века он претерпел изменения под влиянием католических обрядов. Хэллоуин празднуют 31 октября в канун Дня всех святых. По данным Национальной федерации розничной торговли США, американцы потратят на празднование Хэллоуина в этом году почти 7,5 миллиардов долларов, в том числе около 3 миллиардов долларов на костюмы для взрослых, детей и домашних животных.